Всем привет, с вами снова Филранис, мы продолжаем проходить GTA 4. Только я решил поехать на задание к Габарюсе, как мне подкинули работку у плейбоя. Ну ладно, давайте выполним Брюси. Лишний раз сюда уже возвращаться, в эту часть города, не хочется. Затусим тут. Может быть, у Брюси всего одно или два задания. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Мне что, персонаж не очень нравится, что задание у нее с пиздиной. Так, а еще если мы встретим копов, надо попытаться у них сразу, наверное, машинку-то и отжать. По-мирному. Да, ну конечно же, в городе закончились все полицейские. Здорово, ребята. Стойте. Так, давайте-ка сразу водителя выкинем. Офицер. Все, пока, ребят. Пока одна звезда, надо этим пользоваться, оторваться от них. Потому что, как мы поняли по предыдущей серии, это невыносимо сделать, когда, блядь, у тебя три звезды. Вот и отличненько. Сразу подготовились к его заданию. Сейчас выполним, блин, я думаю, с первого разочка. Если там, конечно, не жесткие пострелушки какие-нибудь. Search and delete. Так, катсценку видели. Катсценка уже была. Найдите полицейскую машину. Ой, где ж мне ее найти? А чем мне искать надо? Ладно. Видите по имени. А кого искать? You, так, воспользуйтесь поиск досье. Поиск по имени. А, я понял, что мне надо. Мне вон внизу написано. Верните задание ТЭ. Пиздец. Воспользуйтесь компьютером. Бля, дайте я запишусь где-нибудь здесь на черновичок по бырику, а то сейчас опять пропадет. Чё, блядь, Ривис? Бля, почему нельзя оставить, например, навсегда? Ривас. Вас. Хорошо. Поиск досье, поиск по имени. Так, Лайл. Господи, насколько же уебищно этот компьютер будет сделан. Лайл. Ри. Ва. С. Найти.
Здравствуйте, коллеги. Как ваше ничего? О, родная, поешь со мной? Хуй с тобой. Такую тачку могла бы и клюнуть. Это даже покруче, чем какой-нибудь Мерседес. Романовский таксопарк звездой накрылся. Интересно, а где он теперь сидит? Из квартиры, что ли, таксует? Так, ну чё, мне уёбнуть, по идее, надо, да? Лал Ривас, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. А, ну сейчас в окно убежит. Shit! Ну да. О, пидор. Поехали. На Коповской не хочу. Бойтесь меня. Давай чуть-чуть поближе. Поехали. Шальная пуля не цепляет. Ладно, похуй, тачка-то должна взорваться. Готов. Бля, у Брюси еще есть задание. О, нихера себе, я призрачный гонщик. Как мы на это шоссе вообще попали? Ага, я понял, что это такое. Да. Где этот мост находится? Ага, я понял, вот этот. Да. Надо машинку поменять, мне кажется. С одним колесиком что-то как-то такое. Тут что-то говно одно. Полицейская тоже пропала. Брюси! Брат, загуливай ко мне, стоял там, держи 5. Ага, держу. Ой, стой, не могу, бля, я, наверное, быстрее бегом добегу. Куда тут к Брюсе-то надо? Опять в эту хуйню, да. Чуть надо было проехаться, ладно. Это крутой должен попробовать себя в народных мстителях. Знаешь, копы нанимают людей втихаря, платят им доллары за грязную работу. Залезь в полицейский компьютер, посмотри сам. А, ну я понял, это типа вот эти досьешки и прочее, чем мы занимались. Это что, типа до сих пор обучение идет? Что все перемещается и перемещается. Easy as can be. Легче, чем могло быть.
someone here to see you. I'm working out! Эй, Бруси! Нико! Брюси на брусьях! Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women! Man! Women! Kia! 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 Wah! Yeah! Man, I'm ready for you, Nico! I'm ready! I'm ready for fucking anything! Yeah! Wah! 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 Whoa! Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey. А, ну это тот самый bull shark, который он в пятой части будет продавать. Considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Shitting, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Девки вообще похер. Yorktown Avenue. Да куда ты, вот машина есть. Притопил. О, клевая песня. Что там, Vice City? Бля, надо посмотреть список песен из этого, с этого радио. У меня были некоторые песни с Liberty City Rock. Хочу еще с Vice City FM. Retro FM, ёпта. Так. Куда катить-то? Тут нет говорящего GPS-ника, жаль. А, ну рядышком. А, зайдите за угол и найдите машину. Ну, скорее всего, ее отслеживают копы. Или бандосы. Не может быть так, что мы сейчас перейдем, машину перегоним, и на этом все закончится. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. Педаль в пол. Давай, доедем вот так. Бля, ну лучше уж бандосы, чем копы. Удачи, парни. А вот двое. Да ладно, уже доехали. Bruce asked me to bring this by. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror.
Thanks. Пизда, блять. Ника не успел выйти. Нет. Гребаный Брюси. А, ну ладно. Катсцену можно пропустить, и он будет снаружи. Слава богу. Потрясающе. Бля, я опять у Брюси есть задание. Да иди твоя мать. Торчок ебаный, когда ж ты закончишься, да? It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone and get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're... Да-да-да. Brucey. Out of the closed. Hey, man. Hey, guys. Так вот, где твой новый офис? Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Въебал давай. Nico, you want to go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Совсем с пиздиной. Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB. This guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Bless. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nikki. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Бля, вот это сюжет здесь, да? Интернет-кафе. Где моя Вайс-Сити? Ауч. Кажется, мы оставили без света часть города. Кстати, прикольно, я врезался и, по-моему, свет пропал. Или это была фара, или это реально на светильниках отобразилось. Так, чё, кого там закадрить-то надо? All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom. Том француз. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Бля. Так, Вебыч. Love Meat. Нам нужен мальчик. Что за хуйня? Серьезно? Милбелик. Полковник. Ой, бля. Ебануться. Том француз. Свиданка. Обо мне, дорогой, обо мне, ты узнаешь все сразу, когда придешь на свидание, если ответишь, что тебе понравится. Фу, блядь, пидоросня. Ой. Спасибо, идеальная встреча была. Вот это М, это кто?
Мэлори, что ли? У нас вроде больше никого не было с буковкой М. Песня клевая. Да, Мэлори. Так, а куда меня понесло, я чуть не пойму. Ну пойдем, сходим, ладно. Так что далеко я уехал от нее. До 17:30. Бля, да сейчас куда-нибудь побы в Шурику ее сводим. Брюс, иди в пизду. С тобой я на свиданку точно не пойду. Хотя, наверное, надо было взять, посмотреть, как там, может, это типа следующее задание. Хера себе, она уже быстро бегает. Раньше всегда пешком ходил, черепаха. Чё, детка, нравится моя новая тачка. Hey there, handsome. Come on, let's get going. Паях. Ну я, бля, паях. Куда бы тебя тут свозить-то? В Баклин дому были уже. Я тоже раньше эту тачку не видел. Can I ask you a question? Sure. What do you know about that guy, Vlad? Nothing. He's a friend of Roland's. Really? I met him. He seemed dangerous. Так, стоп. Есть боулинг, а есть что, бильярд? Aggressive to hide inadequacy? I never see him again. Why? Mallory mentioned him, that's all. Okay. Do you think he's in the Russian mafia? He sounded like a crook. I really have no idea. Okay. Бля, я хочу в бильярд. Как тут в бильярд-то играть? Я, кажется, даже знаю, чье это кафе. Бля, за любой движ. Давай, шантину еб. Как играть? Break, okay? А, что передвинуть биток? Для продолжения режиссера ГМ, чтобы ударить, выйти. Ага. А, ну типа стоп, надо ударить прям по центру. Бля, а чё так дёрган-то? Ебануться. Во! А, так, для вращения прицела, для перемещения мыши. Нам надо прям в центр шарика. Пробел для точной настройки. Хуй знает, что это такое. Для удара. Да, надо было посильнее долбануть. Ща херак залезла на весь стол такая, там начинает. Ага. Окей. Так, надо со всей дури ебануть. I can see you aren't a pool hustler. Хуя себе. Жестко. Да все, все, успокойся, разошлась. А, вот, пробел зажимаем более медленнее. Давай. Херак. Ну, поди ты! Ой, падла.
Сейчас желтый загонит. Так, это, по идее, штрафное. Белый нельзя ронять. Забит биток. Так, теперь давай долбанем вот в эту кучу. Что-то ситуация не сильно изменилась. О, а нет, красненький хер забью, наверное. Так, стоп. Я думал, залетит. Удар по свету не того цвета. А мне какие, с циферками, Мишель, нужны или что? Бля, ну Мишель ебашит прям вообще. Ну тут не забил, ладно. А, вон зелененький могу, в принципе, попробовать закинуть. Есть. Полосатый. А, ну да, мне получается полосатый надо захерачить, а ей... Цветные. Так, мне надо вот этот доебануть. Вот так вот, если... Четко! Хорош! Так, это меня не интересует. А, фиолетовый надо. А что можно сделать с фиолетовым? Ну, допустим, вот сюда. Ну, такое. Хотя красненький можно будет забить потом, я думаю. Ах ты. Бля, еще фиолетовый захерачит, смотри. Не, повезло, повезло. Так, у меня есть шанс забить красненький, в принципе. Наверное. Так, если мы долбанем сюда, он отлетит в сторону. Давайте. Не, что-то хуйня какая-то. Охереть, вот это прям на писечке встало. Закатись! Сука. Ну ладно, фиолетовый почти закачанный. С красной только где-то в центре, бля, валяется. Так, у меня еще коричневый. Коричневый, красный. Короче, не, я походу проебал.
Да. Все, она выиграла. Нет. Ладненько, но... Мне что-то кажется, у меня без шансов тут. Допустим, отсюда. Окей. Коричневый есть варик? Я думаю, не очень. Ну, такое, ладно. Бля, у нее последний остался, походу. Я надеюсь, она по нему не попадет. Так, что можно мне придумать? Долбану в этот? Бля, не, в этот вообще не стоит. А если вот так? Ну да, давайте вот так вот. А черненький, наверное, тоже не стоит забивать, да? Я что-то уже не помню правила про черный. Бля, это все в синий метит. Бля, надо сделать все, чтобы она не забила просто. Сюда, наверное. И вот сюда лучше даже. Ну, вот так, допустим. Так, надо в красненький. Угу. Бля, чего он ты забил? Все, пизда, мне сейчас таких же фоткнут. Да. Ну и хер с ним. Не-не-не, хватит. Спасибо, было весело. Когда-нибудь я возьму реванш. Пока поехали. А, Roxette. She's got the look. Got to look. Конечно, попытать счастье, куда ж без него. Сколько мы уже в струе чили-то? Раз 4, наверное, или 3. Один раз без записи, по-моему, один раз на записи. Получается, на третий. Нико, I really like you. You're great, Нико Беллик. You're great. Oh, that's... Очень интересно. Сан-Андреас Кито как-то веселее было. Там хотя бы дом шатался. Так, чё, Брюсич будет мне звонить, нет? Чё там с этим его друганом? Не-не-не, так и было задумано, не обращайте внимания. Чё? Alright, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times? I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay?
Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Что там с этим придурочным-то у нас? Чтобы завершить работу с компьютером. Чего? Знаете, почему миллион клиентов заказывают девочек на нашем сайте? Мужчина, женщина, Толстосум. Роман. Братья Белики. Хуелики. А чё, где этот? Ещё мужчина, который не ищет меня, что? Секретная любовь, 34. Понятно, давай, на свиданку, конечно. Хули. Блять, пушечник херов. Так, ладно, у нас ни сообщений, ничего нету. Ой, бро. Давай ты меня это отвезешь. Пожалуйста. Поехали. Заебался я уже ходить по имени. Мэнни. Не знаю, что за Мэнни, но поехали. Так, пропустить поездку. Отлично. Вообще, можно было Роману позвонить, но ладно, без проблем. 35 баксов. Хуйня. О, это опять этот ебанат. The Puerto Rican Connection. Manny Escuela combines a powerful urban masculinity with a lighter side. Here, shortly after cleaning up five blocks, he teaches a group of... Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. It's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Shit. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here making me look like a transsexual or something on TV, and now some punk's been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with, guys caught up in the game, punks in too deep, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man, but I'm pure ghetto, man. And this show... Бля, я не знаю, как вы, мне что-то вообще не интересно смотреть катсцены с этим ебанатом. Так, интересней тачки нет. Что-то одно говно. Ладно, поехали на этой. В каком-то мосту. Так, еще у нас письмо. Давай как-нибудь поторщим. Кому чего? Этому все поторчать. Вот, сберите этого с собой, придурочного. Я только не понял, что там с Романом, типа, бля, сидит, играет во что-то, это, или, типа, это на зацепочка на будущие задания, когда мы снова будем братишку спасать. Так, и чё здесь?
Бля, вид, конечно, красивый. Следуйте за поездом, как только цель сойдет с него. Ага, окей. Не буду фиксировать камеру, шел ко мне до 400. Тут где-то станция вроде была, вот она. Ну и куда? Вообще, что здесь одна станция, вот он на ней сел, и до нее же едет. Быстрее было бы в обратку садиться. Ну, это специально, чтобы миссию затянуть, понятно. Так, цель покинула поезд, слава богу, яичкам. Убью, суку! Отойди нахуй. Да, вот ради этого мы ехали 10 минут за поездом. Потрясающе. You don't need to worry about people talking garbage no more. Yeah, just your ghetto, man. Just like me, kid. I'm gonna thank you in all my acceptance speeches, man, for real. Так, ну все, у нас осталось только Playboy. Поехали к нему. Дорог молчит. Роман деньги проигрывает. Все как всегда. А мы въябываем, как проклятые. Как туда проехать? Я уж не помню, какой этот мост должен быть. Вейта. Встретимся на пирсе. Ничего себе, вот это загадочки. Так, а пирс на этой части? Нет, он хуй знамо где. Так, мне кажется, чем бродить, проще вот так вот. Пизду. Вот он, Кадиллак, что на Кадиллаке доедем. Ой, тут целая пачка народу. Поехали, ребят. На дискотеку. Соседнее село. Так, где Вай-Сити? А, желающие могут выйти. Ну, хер с вами. Без вас доеду. Нытики. Роман.
Нико, как там твой бойфренд? Проверь почту. Потом посмотрим, ладно. Так, получается, приехали мы в китайский квартал. О, красиво вписался. Не, ну нормально, нормально, окошки открыли, там свежий воздух, все дела. Нормально. Так, а мне что, подземку? Ок. Что-то мне кажется, мне ни хера не в подземку. Ну да. Господи, да, как же до хера здесь заданий-то на меня? Эти Элизабет, плейбой, блядь, все этого торчка завалить. Торчка и глугомика. Еще вы знак вопроса. Ох, нихера, тут красиво. Кайф. Статус свободы. Брюси, поезжай в магазин Персей, там все парни одеваются, купи все нормальные шмотки. А, ну я там уже был, там костюмчики типа. Не, я меня пока устраивает то, как я выгляжу. Это что за детектив? Эй, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect. Life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Now call me when you get to the spot. Фрэнсис. Так, смотровая или что нам нужно высоковосточный, что-то там. По идее, это этот остров. Интересно, когда у нас уже квартирка в этом городе, в этой части города появится?
Как же приятненько раскатывать по чистым улицам почти. Одно удовольствие. Особенно по прямой. Там такого нет. Даже не вылетел через стекло. А это уже не я. Пироманты грёбаные. Так, и что тут? I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Угу. Сейчас еще и номер записывать. Давай, где смс-ка? Ёб твою мать, еще все это вбивать. 8-4-3-5-5-5-0-1-24. А, сюда достаточно было просто позвонить, может было и не переписывать, ну ладно. Friend, I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying then. Call me when the exchange is going down. Be more careful, young man. Блять, две звезды. Две, не три. Но тоже неприятненько. Дед, беги, блять. Так, надо тачечкой разжиться. А, ну на две уже, кстати, нехило так ребят подъезжает. Да ёп. Это ж я привык, что в этой игре так быстро тачки не тормозят. Спасибо. И, да, с копами разберись пока. Блять, это полицейский участок? Заебись. Вот это я прибежал. Да, две звезды будет сбрасывать непросто. Бля, может, он надо было с кулака захерачить? Ну ладно. Бля, настырный это от них хуй оторвешься. Давай, 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 давай. Поворачиваем. Блять, там тоже тачка. Сука. Вот как сбрасывать копов, блин, когда они повсюду. Похуй, они, блядь, даже по встречке едут. Приехали, я понял. О! Беги, 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 быстрее, 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 быстрее. Заебал, заводи!
теперь шанс скрыться появился. Флеш-карту. Он где там на пирсе до сих... А, нет, стоп, пирс на юге. Тюнинг. Блин, что-то реально в этой части города, зато все миссии это ездить с одного конца на другой. Задание брали на юге, выполнили в серединке. Сдать на севере. По районам как-то нельзя раскидать. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Так, ну, хат у меня так и не появилась. Но появилось еще задание от этого ФМа. Но разгребать все это дерьмо и плюс еще этого гомика будем в следующей серии. А сейчас с вами был Фил Райнос. Всем пока и до новых встреч.